Приветик, мои дорогие подписчики! Мы с вами на канале Супер Развлекательный, и я очень часто слышу один и тот же вопрос. Ну, где симулятор мышки? Мы так за ним соскучились, и я готова сегодня в него поиграть. Погнали за мной, все, кто любит маленьких мышей! В лесу есть человеческое здание. Чтобы попасть туда, найди дырку в фундаменте здания. Внутри здания у вас будет еще одна нора. О, круто! Я хочу еще одну норку! А вот и моя мышка-нарушка. Получен новый квест. И что за квест? Построить гнездо. Собрать сено 3 штучки. Что ж, я готова собирать сено 3 штучки. Выход! И покушать надо не забыть. О, моя еда. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ну же, кушай, прием пищи у тебя. Вот, и жизни побольше надо нахвататься. Еще. Так, а вот это сено? О, точно сено. Сейчас мы немножечко поедим. Отлично. Заработали немножечко еды и возьмем немножечко сена. Так, забираем и побежали. Я уже забыла, как в это играть вообще, ребята, честное слово. Мне нужно построить гнездо. Ой, а это что такое? Это мое гнездо. Фу, я уже испугалась. Какое-то оно странное. Ладно, гнездо. Мне сюда сено или сюда? И вообще, ой, здесь вода, вон сено. Еще одно сено. Опускаем. Так, количество еды маленькое. Ну ничего, мы не будем ее использовать так, просто так. Значит, водичку я знаю, что мы не можем попить. Это я точно знаю. Так, а вот выход. Ой, слушайте, я затерялась немножечко, честное слово. Вот, вот мой выход. Я хочу еще сено надобывать, чтобы получить новый квест. А вообще, интересная идея. Ой, я что, сейчас усну? Не-не-не-не-не, мне кровать нужна. О, ого, кто это такой? Ребят, вы это видели? Мама моя родная, это же медведь. По-моему, это медведь. Так, я убегаю отсюда. Я не хочу попадать на медведика. Ой-ой-ой, входим домой хочу. Да что ж такое, не поворачивается никак. Все, я дома. Я в полной безопасности. Я не хочу к медведю. Так, а поспать я здесь могу? Жалко, что у меня нету кроватки. Я бы здесь так хорошо поспала. Так, сено у меня собрано. Ну что, я сделала квест? Эх, по-моему, еще немножечко надо. Ну ладно, я готова. Ой, я уснула. Так, я обещаю, что я насобираю сено, закончу один квест и пойду искать что-нибудь интересное. Потому что мне уже надоело ходить, бродить. Выход. Отлично. Так, куда же мне пойти? Медведь ушел? А, медведь ушел. Это уже хорошо. Так, где мои грибы, ягоды, еда? Я кушать, между прочим, хочу. Вот. Ой, кто там? О, я надеюсь, это не кто-то такой, от кого я буду бояться. Так, о, смотрите, передо мной открывается просто мегамир. А еще мегасыр. Я его подобрала. О, смотрите, я еще нашла паука. Но на него пока нападать не буду. Ведь мыши же не питаются пауками. Это паук может на меня напасть. Так, поворачиваем в норку. Ой, да что ж я все время не туда пробегаю. Вот моя норка. Так, вот. Захожу и сено отношу. Надеюсь, следующая задача будет более интересная, чем собрать сено, еду и так далее. Мышка-нарушка, побежали. Вот, я закончила. Вот, пожалуйста, квест завершен. И я получаю новый квест. Собрать сено. Зачем мне еще одно сено? Кому надо? Ну ладно, еще одно маленькое, договорились. Но только последний раз. Вот, выхожу, собираю одно попавшееся сено, и все, и больше я за этим сеном ни за что бегать не буду. Где тут у нас сено? Да поближе, пожалуйста, потому что далеко я ходить не хочу, тем более за сеном. Это ветки, зачем мне ветки? Так, перекусить вот мне, например, не мешало бы. Пища заканчивается, воды хочется до ужаса, но воду я найти не могу пока что. Кстати, ребята, в прошлый раз... Мне как раз и надо было найти воду. И мне даже сказали, где ее найти. Только я позабыла. Напишите мне в комментариях, где мне найти водичку, чтобы моя мышка спокойно себе пила воду. Ну давай, домой проходи, что ж ты мимо все время. О, отлично.
Так, побежали, побежали. Вот так вот выпускаем. И завершаем квест. Наконец-то, надеюсь, что следующий не будет сена. Что? Построить гнездо? Лес. Как его построить? Гнездо позволит полностью высыпаться. Зайдите в спальную часть норы и нажмите кнопку «Построить» в появившемся слева панели. Так, спальня, часть норы. Ну и где же моя спальня? Так, вот это не спальня. Это, похоже, комната, где хранится еда. А вот это, что я тут могу построить? Это подземный туннель. Кажется, я здесь... Ой, ничего не могу построить. Ой, где это я? Так, я спускаюсь отсюда. Где моя спальня? А, вторая часть норы, наверняка спальня. Вот здесь, вот здесь, вот здесь. Вот, построить гнездо. Я хочу его построить. Небольшое гнездо из веток и сена. Его хватит, чтобы выспаться. После сна показатель бодрости и энергии восстанавливается полностью. Представляете? Так, я строю. А, ну и что, получилось? Вау, квест завершен. И у меня гнездо. Я могу поспать? И как же мне здесь спать? Такое огромное гнездо, и я не могу спать. Так, а улучшить я его могу? Нет, необходимые нас ресурсы. Ну и ладно, гнездо второго уровня мне совершенно не надо. О, кстати, смотрите, это как будто бы я сплю или все-таки не сплю. Что-то я не могу понять, как же себя усыпить. А что значит починка гнезда? Ой, смотрите, мое гнездо, кажется, не в полном здравии. Необходимы еще некоторые ресурсы. Еда у меня есть, а вот ветки и сена у меня совсем нету. Ребята, я пошла искать ветки и сена. Тем более мне надо совсем немножко. А что мне написано? Утолить жажду. Вот что мне найти надо. Нехватка воды делает вас голоднее. Для того, чтобы утолить жажду, необходимо найти воду, озеро в лесу или ванна в здании. Залезть в нее, после чего нажать на специальную кнопку с изображением капли воды. Так, но для начала мне надо починить гнездо. И я готова отправляться в путь. Ветки у нас вот здесь. Я их забираю. Ой, куда это я пошла? Ой, еды, еды мало, еда, 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 гриб, 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 моя еда, доедаем пищу, что-то я совсем голодная стала, значит, надо вначале хорошенечко перекусить, вот еще орешек какой-то валяется, так, мы его перекусим, еще нужна еда, я что-то слишком задержалась в своем гнезде, а эта еда мне необходима для того, чтобы жить зимой, когда будут холода, или для строительства чего-нибудь. Вот, например, чтобы построить, мне нужно как следует подкрепиться. И чтобы бегать, мне тоже надо подкрепиться. Нужно, в общем, смотреть за своей едой. Так, сено я нашла. И еще ветки. Ветки тоже рядышком. Но я успею не умереть с голоду. Так, ну если буду входить 10 лет, то тогда, конечно же, не успею. Итак, куда же мне нужно это сено отнести, чтобы починить гнездо? Ладно, наверное, вот сюда. Тем более у меня ничегошеньки нету больше. Вот, одно сено у меня есть. Теперь я побегу за следующим, за веточками. Веточки, выходим поскорей. Вот она, веточка моя. Забираем. Успею, успею, успею. Не проголодаюсь ни за что в жизни. А потом уже пойду воду искать. Это будет круто! Так, где мои, ой, комнаты? И для веток у меня тоже есть немножечко места. Вот. И ветки есть. А теперь у меня отлично. Теперь я могу спокойно идти и чинить свое гнездо. Где оно тут у меня? Вот оно, мое дорогое. И смотрите, я могу спокойно спать. Пш, мышка, мышка, наружка. Сохраняется игра. И делается починка гнезда. Чиним. Отлично. Просто замечательно. И для каждой починки мне нужны ветки и сено. И в достаточно малом количестве. Ладно, пускай мое гнездо пока что будет не починенным. А я побегу искать воду. Ведь мне надо завершить квест. Погнали, друзья, за водичкой. В какую только сторону, понятия не имею. Но у меня где-то должна была быть карта. Давайте посмотрим. Так, это мой домик, а вон здание. А как же перебраться-то? Может быть, вот так или вот так? Я что-нибудь тут сделать могу?
Так, мне нужно в обратную сторону, чтобы попасть к зданию, то есть вот сюда. Ладно, разворачиваемся и бежим. Побежали, побежали в сторону, в другую, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Надеюсь, никого страшного не встречу, хотя если я встретила какого-то медведя, думаю, что это будет безумно интересно. Итак, ну-ка, да, с едой у меня совсем туговато, и тут еще одни мышки наружки пожевают. Покушаем немножечко. Еды нам, между прочим, на всех хватит, я так думаю. Ого! Смотрите, сыр! Я нашла сыр! Как я люблю путешествовать! Кстати, уровень повышен. Это здорово. Ягода. Зачем мне сейчас ягода? О, смотрите, я могу переместиться. Круто! Давайте побегаем вот по этой... Ой, штуковине. Нет, я помню, мухомор мне есть. Совсем не обязательно. А это мостик для моей мышки. Ой, мамочки, свалилась я с мостика. Так, а новая еда для меня будет какая-нибудь? Давайте посмотрим, вообще в правильном я направлении иду. Так, мне нужно теперь прямо. Причем совсем прямо. Я бегу прямо, не волнуйтесь. О, смотрите, какие поля. Вы только поглядите, как это здорово. Так, у меня заканчивается опять еда. Ну ничего страшного. Я думаю, что я отыщу. Это моя еда. Я хочу ее скушать. Ничего у тебя не получится, белая мышка. Уходи по-добру, по-здорову. А еще я съем вот этот вот грибочек. Ребята, так классно! Ням-ням-ням-ням-ням! Круто. А это что такое? Это чья нора вообще? О, поглядите, там кто-то живет? Ой, это не нора. Это, кажется, волосатые камни. Это камни! Так, куда мне там дальше идти? Вот, что-то я совсем не туда пошла. Вот теперь мне надо прямо. Ой, а я не хочу прямо, я туда не заберусь. Ну ладно, попробую. Мышка, ты умеешь высоко подниматься? О нет, кажется, мышка высоко подниматься не умеет. А вот так? А вот так? Ну пожалуйста, по горам. Да, придется искать другой выход. Ну что ж, не беда. Я думаю, что у нас получится. Как бы нам найти? Куда нам двигаться дальше? Ага, немножечко левее. Ну что ж, так стоим, значит, нам в ту сторону. Левее так левее. О, наконец-то покушаем еще немножечко. Так, моя мышка уже хочет спать, а мы еще ничегошеньки не нашли. Так, это мой домик, что ли? Да зачем же он мне нужен? Я вообще в правильном направлении бегу. О, давайте побежим по вот этой вот поляне. Она такая классная. Побежали, мышка, ну побежали. Можешь попрыгать немножко или побегать. О-ху! Класс! О, смотрите, я нашла дом. Вот это круто. Так, я думаю, что мне стоит съесть вот этот вот грибочек. Ого, круто. Гриб, ты где? Я тебя покушаю, перекушу немножечко, прежде чем войти в домик. Наверное, в этом домике живет кошка. Вы только посмотрите, какой он красивый. Так, побежали. Я уже даже вижу норку. Я могу сюда зайти сразу? А ну-ка. При наличии семьи она автоматически переселится в новую локацию. Но у меня нету семьи. Если вам не нравится текущий квест, вы можете отменить его, нажав на кнопку с крестиком над панелью квестов. Но мне нравится квест. Посмотрите, это мой новый домик. О, круто, правда? Я нашла дом. Так, а куда же здесь выходить? Попробую вот в эту комнату забраться. О, нитки, катушки, зачем они мне? Количество еды, здесь даже есть еда, посмотрите. Это еда? Это что? Это какие-то рыбки, а можно их скушать? О, вкусно! Класс! О, и сыр, я все стащила из дому походу. Так, а где спать? Есть у меня еще одна норка для сна, я могу ее построить? Ого, построить гнездо. Нет, мне нужна бумага и нитки. Что ж, я готова ко всему. Например, побегать по новому дому. Итак, поворачиваемся. И в домике мы будем искать бумагу и нитки. Это что такое? Ой, при наличии семьи она автоматически
переселиться в новую локацию. Это лес. А вот это? А вот это? Это дом. Чтобы выжить в человеческом доме, надо быть очень проворным. Ты можешь забираться на поверхности из ткани, а также прыгать с одного предмета на другой. Поначалу это будет нелегко. Я хочу попробовать. Смотрите, вот мой дом, и здесь очень-очень темно. Пойдемте на свет, посмотрим, кто в этом доме живет. Так, если я хожу не очень хорошо, здесь уже живет одна мышь. Ой-ой, это что за мышь? Надеюсь, она меня не будет трогать. Я заберу нитки, потому что мне нужно строить, ой, жилье. Так, я домой. Приятельница мышка, я надеюсь, что ты мне ничего не сделаешь плохого. Так, где мой дом вообще? Вот здесь вот? Ой, кошачий корм. Мне что-то не нравится это. Я потеряла домик. Где мой домик? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А, вот, похоже, мне надо сюда, да? Так, да-да-да, я вижу, я зашла. Я захожу в домик и могу похвастаться первой ниткой, которую я утащила у человека. Вот так вот. Супер-супер-супер. Еще я могу кушать кошачий корм, но я поем хлебушек. Хотя бы маленький кусочек. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. О, отлично. Еще у меня есть сыр. Ребята, я вообще жутко переживаю. Если есть кошачий корм, значит 100% есть кошка. Пойдемте посмотрим. Так, выход. Да-да, я в курсе, что здесь очень нелегко, тем более я ходить плохо умею. Так, а как же прыгать? Я могу прыгнуть вот сюда, на стол или забраться на диван? А ну-ка. О, могу, представляете? Ого, ничего себе, я в шкафчик. В шкафчик забралась. Ой, можно выпрыгнуть. Класс. А сюда я могу забраться? Опа, нет, по ткани, только по ткани или в открытый шкафчик. Ага. Так, где тут был кошачий корм? Мне нужно гнездо сварганить, ну хоть какое-нибудь. Ой, я забыла, что это нельзя есть, хотя у меня еды тоже маловатенько. Так, а здесь что есть? Может быть, здесь есть что-то очень классное? Да, здесь есть ниточка. Мне нужны еще ниточки, ребята. Напишите мне в комментариях. Я схватила нитку и готова вернуться домой. Дом, мой любимый дом. Вот этот проход мне совершенно не нравится. Так, но кошка пока мне еще не попадалась. Ой, ой, мамочки, я боюсь. Все, я захожу домой, я возвращаю нитки. Что же мне нужно? А ну-ка, давайте посмотрим. По-моему, кажется, я скоро усну, и не хотелось бы это делать в доме с кошкой. Еще одна нитка. Зайдем сейчас к себе в домик. В смысле, в свою комнату, где спит моя крыска. И посмотрим, что мне еще нужно для создания. Ой, я могу и так уснуть без всякого гнезда. Или у меня создалось гнездо? Интересно. Да, ребята, я могу построить гнездо. Нет, мне уже нитки не нужны. Мне нужна бумага. А где ее в доме достать? Дорогие мои подписчики, пишите мне обязательно в комментариях, как мне добыть бумагу, как мне спастись от кота и что меня еще ожидает в доме. Я буду читать ваши комментарии и учиться на вашем опыте. Ну а на сегодня все. Не забывайте подписываться на канал Супер Развлекательный и жать колокольчик. Встретимся с вами завтра. Чао, какао!